Эта фотография была сделана весной 1943 года. На ней изображен начальник политотдела Николай Луговой с группой партизан. А следующий ряд фотокарточек показывает обыденную жизнь в партизанских лагерях. Все эти фотографии нам оставил кинооператор Иван Запорожский, которого Ставка в марте направила в Крым, чтобы запечатлеть быт партизан, а также их боевые действия. И глядя на улыбчивые, умиротворенные лица этих людей, сложно представить, что еще несколько недель назад их товарищи ежедневно и массово умирали. А те, кто остался в лесу, продолжают отчаянно бороться за жизнь. Началась массовая смертность. Умирают командиры. А вы думаете, что мы здесь ждем, чтобы парашюты нам в рот попадали? Грузы разбросаны в радиусе 15-20 километров. Десятки групп ежедневно прочесывают лес, а найдено всего на 5 января 12 парашютов. Люди уже выбились из сил. Еще такая пятидневка, и будет ужасная катастрофа. Эта радиограмма была направлена в Сочи из Крыма в январе 1943 года. К этому времени в партизанском лесу насчитывалось всего 349 бойцов, а спустя месяц их осталось 227 человек. Изнеможенных партизан фашисты взяли в блокадное кольцо, но настоящими врагами этой зимы для воинов народа стали не захватчики, а морозы и голод. Жили в шалашах. Когда сбрасывали продукты с самолетов, этой пленкой покрывали эти шалаши, чтобы они не промокали. Вот. И, а там настилали, в первую очередь настилали какой-то хворост такой, чтобы земли все-таки не так чувствовали. Потом засыпали сухими листьями все. Потом, если было чем накрыть какой пленкой или что. А если нет, так прямо так на сухие листья и ложились. Так спали. Александра Федоровна Андреева, помощник комиссара по комсомолу 4-й партизанской бригады. Родилась 9 мая 1922 года в Смоленской области. С началом войны была эвакуирована на Большую Землю в связи с беременностью. Окончив трехмесячные курсы медсестер, приступила к работе в госпиталях под Сталинградом, а затем Харьковом. В сентябре 1943 года Александру Федоровну направили учиться в разведшколу под Краснодаром. По окончании курса ее отправили в Крым на должность заместителя комиссара по комсомолу в 4-ю партизанскую бригаду Южного соединения. После войны Александра Андреева трудилась в Симферопольском горкоме и Крымском обкоме партии. 16 лет проработала секретарем областного совета профсоюзов и продолжительное время возглавляла Крымскую республиканскую организацию ветеранов, партизан и подпольщиков. Партизанам было очень тяжело. Не было никаких условий малейших. Питания не было, ничего не хватало. Потом уже пригнали 4 или сколько-то лошади. Так начали хоть конину варить, есть хоть как-то. А так ничего ж не было. Есть такой эпизод, когда партизаны уже умирали ежедневно в отрядах 10-12 человек. На постах стояли только женщины, потому что мужчины все в повалку лежали, обессиленные, истощенные. Кстати, нужно сказать, что из огромного числа погибших от голода ни одна женщина не умерла. Так вот, старшему лейтенанту Вихману, это командир взвода 7-й бригады морской пехоты, который оказался в 3-м партизанском районе, в Качинской долине, местный проводник Шаповалов из Бахчисарайского района, который отлично знал все места, привел группу в конюшню, где лечили подбившихся обозных лошадей. И вот они приехали, пришли туда, измощенные, истощенные, связали этих румынских часовых, вывели всех лошадей, добрались до леса, там убили одну лошадь, и, как Коля Дементьев рассказывает, напились крови, пришли в себя и на остальных лошадях приехали в лагерь, на Аракче, который был в центре заповедника. И когда Ямпольский, который был секретарем Крымского обкома партии, находился в лесу для руководства партизанами, в эту трагическую зиму, когда они увидели этих лошадей, не имея другой возможности наградить партизанского проводника, просто поцеловал его руки.
Фактически люди, совершившие этот подвиг, не только спасли партизанское движение зимой 43-го года, но и дали партизанам силы продолжать ожесточенное сопротивление оккупационному режиму. 9 февраля в вечернем сообщении Советского информбюро о партизанах Крыма заговорили снова. Отряд крымских партизан в конце января месяца пустил под откос два немецких воинских эшелона. В результате крушения разбито два паровоза и 30 вагонов с живой силой и грузами. Группа партизан 30 января на шоссейной дороге уничтожила два мотоцикла с немецкими связистами. Сообщение даже о самой маленькой и незначительной победе поднимали боевой дух у всего народа Советского Союза. Пропаганда – это мощнейшее оружие, которое использовали как захватчики, так и представители советской власти. Агитационные листовки, газеты и журналы распространялись и в тылу врага, и в прифронтовых районах. Однако в Крыму к этой работе активно приступили только в 1943 году. С самого начала партизанского движения в Крыму одной из задач партизан была работа с населением, пропаганда, разъяснение положений на фронтах и агитация в армии противника. Но оказалось, что в первом периоде войны было не до пропаганды. А на завершающем этапе партизанского движения руководство в Москве и крымское руководство в Сочи специально поставили задачу, с одной стороны, разложение войск противника, отрядов коллаборационистов, с другой стороны, пропаганда среди местного населения. И было заброшено большое количество типографских материалов, издавались листовки как на большой земле, потом привозились в лес, так и в партизанском лесу. Эти листовки были адресованы и тем, кто перешел на сторону противника, то есть коллаборационистам, членам партии, которые оставались, так сказать, на оккупированной территории комсомольцам, просто гражданам с призывами участвовать, подниматься на борьбу с врагом, переходить к партизанам. К лету 1943 года начался новый подъем партизанского движения. В лес стали приходить те, кто так и не смог смириться с порядками, установленными оккупантами. Вернулись партизаны, которые ранее были эвакуированы на Большую землю. И самое главное, ряды партизанского движения пополнили раскаявшиеся коллаборационисты. Тогда уже палатки ставились, столько народа было. Прибывало. К этому времени уже, в 43-м году, мы получали с Большой земли, от Родины, и вооружение, и боезапас, и продовольствие, и все необходимое, чтобы одеться, обуться и быть верным другом и верным бойцом. К концу 43-го года партизанские отряды насчитывали более 5000 человек. Было создано 24 отряда, объединенные в 7 партизанских бригад. А арсенал партизан пополнился более мощным оружием. В октябре 1943 года на партизанский аэродром под Зуёй была доставлена батарея минометных установок М8, горновьючных, кстати, реактивных установок. Когда они были впервые применены, то после этого немецкие войска ограничили свои деятельности по прочесыванию леса и перешли к бомбардировкам этого района. То есть, в общем-то, эффект был произведен неизгладимый. Действительно, эта горновьючная установка была изготовлена специально для ведения боевых действий в горных районах. Весит она 68 килограмм. Разбирается на 4 части и использует штатные боеприпасы, которые, кстати, находились на вооружении. Вот. Единственную задачу, которую необходимо было решить конструкторам, это запуск. Вот. Поэтому использовался обычный холостой патрон вместо аккумулятора, вот, и курковый механизм. С его помощью, кажется, производился выстрел таким вот образом. Вот, и, соответственно, кажется, запускалось 4 снаряда. Они улетали на дальность 5,5 километров, но, естественно, кажется, кто не спрятался, мы не виноваты. Победоносные военные операции советских войск
привели немецкое командование к четкому пониманию, что с наступлением весны 1944 года красноармейцы непременно вступят и на Крымскую землю. Вопрос о партизанах снова остро встал на повестке дня. Командующий 17-й армией генерал Эрвин Янеке потребовал немедленно очистить от них тылы. Основной силой, брошенной на партизанские отряды, стали части 1-го румынского горнострелкового корпуса, 4 немецких пехотных и 8 полицейских батальонов из числа коллаборационистов. Им придавались 16 легких танков, несколько эскадрилей штурмовой и бомбардировочной авиации, 18 минометных и 12 артиллерийских батарей разных калибров. Бой был тяжелейший. Нельзя головы было поднять, потому что самолеты бомбили. Артиллерия била прямой наводкой по партизанским отрядам. И партизаны начали отступать внутрь леса. И когда Чуси был ранен ногу, он не бросил поле боя, он продолжал руководить боевыми действиями. Это были действительно люди, настоящие бойцы. Настоящие командиры. Христофор Константинович Чуси, командир 4-й партизанской бригады Южного соединения. Родился в 1909 году в селе Лаки Бахчисарайского района Крымской области. В октябре 41-го был направлен крымским обкомом ВКПБ на организацию истребительных отрядов. В ноябре был назначен командиром 2-го Симферопольского партизанского отряда. В 1943 году, после возвращения из эвакуации в Крымский лес, Христофор Чуси возглавил 4-ю партизанскую бригаду Южного соединения. Под командованием Христофора Константиновича партизаны провели много успешных боевых действий против захватчиков. Среди них победа воинов народа в Бешуйском бою. В период освобождения Крымского полуострова партизанские отряды Христофора Чуси вели тяжелые бои с немецко-румынскими войсками, контролировали дороги и спасали от полного уничтожения инфраструктуру Симферополя и Симферопольского района. В послевоенное время Христофор Чуси трудился на руководящих должностях в Курске, Ставрополе и Минеральных водах. В Крым вернулся в 1958 году. Работал начальником отдела в Крымском совнархозе, а с 62 по 69 годы являлся заместителем директора «Крым-НИИ-проект». Главным противником для крымских партизан являются румыны. Румынская горнострелковая дивизия была первая элитная дивизия румынских войск, была сформирована из трансильванских румын. Это чабаны, лесорубы, пастухи. Они прекрасно знали лес, знали лошадей, в лесу прекрасно ориентировались. И Генов говорит, если в лесу убить немецкого офицера, то немецкие солдаты теряются и убегают из леса, то румыны ни в коем случае. Зимой 1943 года воины народа оказались в настоящей мясорубке. Из отчетов румынских подразделений стало известно, что только за 7 дней боевых действий партизаны понесли колоссальные потери – 1147 убитых и раненых, а также 2559 пленных. Доклады немецких офицеров были не менее внушительны. От рук гитлеровцев погибло 1200 бойцов, 2865 женщин и детей отправлено в концлагеря. Партизаны не сдавались в плен, они могли попасть в плен только ранеными, изнеможенно, не оказывая сопротивления. А если была возможность пустить себе пулю в лоб, они последнюю пулю всегда оставляли себе. Об этом говорит Николай Кузьмич Котельников, то, что в личной встрече мне рассказывал. И вот по его инициативе установлен курган могилы неизвестного партизана на горе Берлюк Белогорского района. Это единственный курган могилы именно неизвестного партизана. Уходя в лес, каратель, если партизан попадал в засаду или где-либо, его убивали и останки бросали там же, где он был расстрелян. А своих они уносили. Вот многие люди, которые числятся в списках пропавших без вести, они до сих пор где-то лежат в лесу. Много потеряно. Много
ребят погибло, тех, которые верны были нашему движению партизанскому. Переживал не только за себя, но и за своих родных. Вот, потому что оставались родные, вот, незащищенные. Вот, все беды, которые у них появлялись в боях с нами, отражались на гражданском населении, то есть на нашем населении, на наших партизанских семьях. За одного фашиста, если умрет, это выгоняли целую улицу и расстреливали на окраине вот, район Болгарщины, там, под санаторием. Так вот моего брата возили на расстрел два раза. Один раз вывезли бабушку, дедушку и его вывели на расстрел. Бабушку сразу убили, а дедушка упал, притворился мертвым. А брата моего засунул ей под юбку. Юбка у нее была до пола, засунул туда. И так они все лежали до ночи. А ночью перебрались к соседям. Другие. Дедушка открывался, а брата забрали другие родственники наши. Семья Владимира Семеновича была под пристальным вниманием захватчиков на протяжении всей оккупации Крыма. Его отец, Семен Крючков, воевал на фронте и был в числе тех немногочисленных бойцов евпаторийского десанта, кому удалось выжить в январе 1942 года. Один дядя пропал без вести при защите Севастополя, а второй, Тимофей Каплун, служил комиссаром в партизанском отряде. Кто-то донес, что мы, семья, имеем отношение к партизанам. И нас с мамой арестовали. Мы с мамой, когда проезжали по бульвару Ленина, мама всегда показывала мне, что вот то окошко полуовальное, здесь мы с тобой сидели до отправки нас в Севастополь, а потом в Германию. 43-й год – это был такой страшный год, когда начались аресты. Ну вот к нам пришли два полицая. Слово «полицейский» я до сих пор ненавижу. Потому что полицай – это было что-то отвратительное. Столько лет прошло, не могу. Арестовали дедушку. Пришли два полицая. Где дети? Где твои сыновья? Там, где все. И его арестовали. Забрали. Мы остались. Бабушка, мама и двое детей нас. Жестокие карательные операции в селе Саблы, Партизанское, случались и ранее. Но осенью 1943 года гнев оккупантов не знал пощады. Для захватчиков все ощутимее становилось приближение советских войск. Скорый приход Красной Армии в Крым ожидали и партизаны. «Уходите к нам, партизаны, мы вас бережем, мы вас сохраним, а там вас немцы могут пострелять». Вот так было. И из других деревень, в том числе и деревня Мангуш, и вот это наша деревня Новый Бодрых, Трудолюбовка, и другие деревни тоже, многие снялись с места и стали уходить в лес. И сказали, далеко не уходите, километров за 7, за 10. И берите с собой продуктов на 5-7 дней. Наши уже форсируют Сиваш. Скоро уже будем праздновать победу крымскую. Однако ждать освобождения Крыма пришлось гораздо дольше. Те, кто еще мог держать оружие, взяли его в руки. Старики, женщины и дети укрылись в гражданских лагерях. В каждом отряде была группа мирного населения под защитой до 1000 человек. Голодно, холодно и грязно. Нет же ни горячей воды, никакой воды, в общем-то, только речеек. Мы гражданский лагерь, нас все время переставляли. Все время куда-то мы переходили. А жили натянутый парашют, вот как палатка. А посредине костер. Как только самолет летит, костер тушится. Все мы разбегаемся, куда-то прячемся. Так он летит и
очки приподнимает, чтобы ему виднее было, вниз смотрит прямо, причем низко и близко. А мы под кустом лежим, вот-вот будет бросать на нас, или гранаты, или строчить будет. А отец тоже был в лагере, в партизанском, в военном. Они сделали мельницу, вот отец там работал. Я говорю, мама, папа же, говорю, на мельнице работает. Что никогда ничего не принесет. Мама, да ты что? Они сами голодные там. Как можно оттуда что-то взять? Да никогда, говорю. 19 января 1944 года в партизанском движении Крыма произошла последняя реорганизация. Для более удобного и оперативного руководства было сформировано три соединения – Северное, Южное и Восточное – под командованием Пинхуса Ямпольского, Михаила Македонского и Владимира Кузнецова. Перед руководителями партизанских соединений впервые была поставлена задача готовиться к активному наступлению с полным освобождением полуострова от немецко-румынских захватчиков. В феврале 1944 года, уже понимая, что в Крыму обороняться долго не удастся, немецкое командование решило заняться расчисткой путей возможного отступления на юг, на Севастополь. Задействованы были для этого не только силы, которые боролись с партизанами, но и новые разные подразделения, которые выводились с Кавказа прежде всего. И вот одно из таких подразделений немецких фронтовых, не имея опыта антипартизанской деятельности, попало в очень серьезный переплет, в большую засаду, которую организовали партизаны Южного соединения в районе села Бешуй, это в долине реки Альма. Батальон немцев, батальон румын, батальон добровольцев нагрянули на саблы, подожгли сараи, людей, ну и направились в сторону Бешуя. Но мы уже готовы были. 1500 солдат вермахта с танками и артиллерией оказались у позиции 4-й бригады Христофора Чуси. Позже командир 6-го партизанского отряда 4-й бригады Крыма Николай Дементьев напишет: «Мы не могли отступить ни на шаг. Это наша крымская, советская земля. А неподалеку, в долине рек Кассе и Мавля, были гражданские лагеря нашей бригады. Наши земляки, ушедшие из уничтоженных врагом сел, мы должны были стоять насмерть, чтобы не допустить прорыва фашистских карателей в тыл. И мы выстояли тогда. 5 дней продержались, победили. Гитлеровцев было больше, но на нашей стороне правда, Родина, тем и сильны». Из Симферополя получили данные, что 500 гробов заказано. Их командование было взято в плен нами, расстреляно, раздет один из подполковников и отправлен в нижнем белье и в носках в Симферополь босиком, так как они нас водили, партизаны-подпольщиков по Симферополю. Вот так мы отправили. Ну, дали, правда, сутки им дали убрать полчище, которое полегло от партизанской пули. В период с ноября 1941 года по 16 апреля 1944 года крымские партизаны провели 252 боя. И Бешуйский бой был одним из самых славных в истории партизанского движения на полуострове. В отчете штаба Южного соединения о деятельности отрядов и бригад за февраль 1944 года сообщалось: «Бои показывают,
Насколько выросли и окрепли в военном отношении наши партизанские отряды и как созрели в оперативно-тактических навыках бывшие рядовые партизаны, а теперь талантливые, решительные боевые командиры, как Грузинов, Гордиенко, Чуси и другие. Недаром немцы расценивают бои в районе Бешуй как бои с регулярными частями Красной армии. Но 12 февраля ликовали не только жители Крыма. Ежедневные сообщения Советского информбюро позволяли всей стране следить за успехами партизанских отрядов и частей Красной армии. К этому времени войска 4-го Украинского фронта полностью ликвидировали оперативно важный плацдарм немцев на левом берегу Днепра. И уже 8 апреля советские войска начали штурм Перекопа. И в это время такие бои шли страшные. И вот в этих боях меня очень тяжело ранило, начальника штаба убило, и много было тоже раненых. Но наши отступили вглубь леса, не удержали позиции, потому что такая столько вооружений было против них направлено. И раненых нас не смогли подобрать. Нас раненых группа осталась, начала подбирать и прятать. Кого в балку, кого в кустарник. Меня подложили под гнилое дерево. Забрали у нас оружие, автоматы. Но я попросила оставить гранату. Потому что я сказала, что я не сдамся. Если будут меня подбирать фашисты, я взорвусь. Вместе с ними мне оставили гранату, которая лежала все время у меня на груди. Засыпали листьями всех. Только лица оставили открытыми, чтобы дышать можно было. Шура. Уходите. Уходите скорее. Мы вернемся. Так вот началось наступление наших войск с Перекопом, и пошли наши войска вот в этом направлении на Севастополь. И тогда партизаны вышли все из леса на помощь нашим. Было все готово, было подготовлено не для обороны, вот, а для боев. Вот на перевале последние бои. А так выходили и на дорогу, на железную, и на шоссейную дорогу. Вот. И Алиминская станция железнодорожная. Тех уносили в то царство небесное, кто появлялся на шоссейной дороге ночью. Как бы охраняли дорогу от нечисти. Для мирных жителей период освобождения Крымского полуострова был наполнен одновременно и безграничным счастьем, и страшным горем. Отступающие части вермахта наспех забирали с собой в Румынию и Германию целые семьи. По дороге домой фашисты использовали советских людей в качестве живого щита, а на родине – как рабов и подопытных кроликов. 10 апреля, за 3 дня до освобождения Симферополя, нас вывезли в Севастополь. И оттуда на барже, на корабли. Самолеты летают, хотят бомбить, а смотрят там женщины, дети. А внизу фашисты прятались в трюмах. И под прикрытием мирного населения они все эвакуировались в Румынию, в Констанцию. Во время отступления захватчики и коллаборационисты также стремились максимально уничтожить всю инфраструктуру Крымского полуострова. И что самое страшное, свидетелей своих крайне жестоких бесчинств.
из акта Старокрымской районной комиссии по расследованию злодеяний, причиненных немецко-фашистскими захватчиками от 14 мая 1944 года. Увидев свое полное бессилие перед натиском доблестных частей Красной Армии и партизан, уходящие фашисты произвели жуткую расправу с мирным беззащитным населением города Старый Крым. Это кошмарное событие произошло 12 апреля под вечер и закончилось утром 13 апреля. Они были в черной эсэсовской форме, желтый треугольник и череп с костями белые, вот такая свастика была у них на рукавах. Начали по Советской улице и свернули вот сюда. Танк остановился 12 апреля 1 у дома. И когда они вошли, а там бабушка по имени Федора, она на коленях молилась. И они почему-то вышли. Эту семью они не тронули. А начали резню буквально со второго дома. Расстреливали, убивали ножами, кинжалами, я не знаю. Они резали людей, они младенцев разбивали о стенку. Но уничтожали буквально всех. А когда они подъехали уже к концу улицы, они уже не заходили в каждый дом, а из дулов танков прямо в окна расстреливали, кого могли. Утром 13 апреля первыми в город вошли партизаны 5-го комсомольско-молодежного отряда. За 900 дней войны эти юные бойцы не раз сталкивались со смертью. Но та картина, которую они увидели в Старом Крыму, была поистине ужасающей. По обе стороны всей улицы Северная лежали изувеченные трупы людей. Оккупанты успели уничтожить 584 человека, и 200 из них ни в чем не повинные дети. Красная армия и партизанский отряд спустились и начали тогда немцы отступать. Все равно догнали, их арестовали. Женщины ходили, ну, чтобы увидеть лицо фашистов, бросить камень в них, плюнуть в лицо или просто посмотреть на этих людей, которые это делали. Фотографии тех дней страшные, но надо показывать, какой был фашизм, чтобы это не повторилось никогда. 5 дней понадобилось советским войскам и партизанам, чтобы освободить Крым. А после еще на протяжении месяца красноармейцы отвоевывали каждую пять севастопольской земли. 9 мая в городе Герои ликующе прозвучало долгожданное «Ура!». А 10 мая, ровно в час ночи, 24 залпами из 342 орудий Москва салютовала освободителям полуострова. Во время освобождения Крыма партизаны участвовали и освободили города Старый Крым, Карасу-Базар, участвовали в освобождении Симферополя, освободили Бахчисарай, спасли Аянское водохранилище в Симферополе, из которого Симферополь пьет до сих пор воду, провели войска Приморской армии через заснеженную Яйлу к Ялте и участвовали в освобождении Ялты. И южное соединение партизаны 7-й бригады спасли всю курортную инфраструктуру от Алушты до Фароса. Это была долгожданная, тяжело доставшаяся победа, написанная кровью и слезами. Только в ходе Крымской освободительной операции советские войска и силы флота потеряли 17 754 человека. Практически 3000 партизан Крыма, вошедшие в состав 51-й Приморской армии, погибли во время штурма Сапун-горы. В общей сложности за все годы оккупации в крымских партизанских отрядах сражались 12 тысяч человек, 34 национальностей, 4500 партизан погибло, и половина из них скончалась от голода. Из 2500 раненых партизан 1500 остались инвалидами на всю жизнь.
партизаны понесли огромные потери. Такие потери, которые не были ни в одном партизанском регионе Советского Союза. Если на Украине, в Белоруссии, в Карело-Финской ССР, Псковских, Брянских, Ленинградских лесах потери составили 8-9%, то в Крыму 46%, что обусловлено высоким процентом коллаборационизма. Потому что во всех партизанских регионах процент коллаборантов среди местного населения составлял 2-6%, а в Крыму 10%, а в национальных районах до 15%, что и обусловило такие огромные потери партизан. Партизанское движение в Крыму – это одна из ярких страниц истории Крыма перед Великой Отечественной войны. Безусловно, эта партизанская армия, если можно так сказать, назвать, сыграла довольно большую роль как в обороне, так и в освобождении Крыма. Но самое главное было морально-политическое значение партизанского движения, которое не прекращалось все время немецко-румынской оккупации. И жители Крыма, городов и сел полуострова знали, что в горах Крыма продолжает существовать очаг легитимной советской власти. И как бы этот флаг не был опущен над Крымом даже в самые сложные годы оккупации. Высоких наград за заслуги перед народом и страной в период Великой Отечественной войны были удостоены 4500 партизан, в их числе 100 женщин. Орденом Ленина была отмечена хирург Полина Михайленко, медицинский ангел крымских партизан, спасшая более 1000 жизней. Звание Героя Советского Союза получил летчик Филипп Герасимов, благодаря которому был открыт воздушный мост с партизанами. Боевыми наградами были также отмечены 65 пилотов, летавших в партизанский лес. 8 партизан представлялись к званию Героя Советского Союза, 6 из них дважды. Однако по сей день так и не были им удостоены. После освобождения Крыма многие воины народа пополнили ряды советских войск. Из числа крымских партизан вышли 3 генерала – Иван Шпорт, Иван Березнюк и Федор Федоренко, которые впоследствии служили в главном разведывательном управлении страны. Около 3000 партизан свою послевоенную жизнь посвятили восстановлению крымского хозяйства. Мой дед рассказывал, когда после войны только вошли в Симферополь, перед глазами их оказалась вот такая картина, развалины, все разбито, разрушено. И своим, знаете, хозяйским взглядом, окинув это все, уже задумывались, что это нужно все восстанавливать. Иван Яковлевич Бабичев, участник судакского десанта, партизан и подпольщик, комиссар 5-й бригады Северного соединения Крыма. Родился в 1917 году в Брянской области. Призван в ряды Красной армии в 1938 году. С первых дней войны в должности политрука роты нес службу в 554-м горнострелковом полку 138-й горнострелковой дивизии. В январе 1942 года участвовал в высадке десанта под Судаком. С 1942 года Иван Бабичев принимает активное участие в партизанском движении Крыма в качестве политрука отряда, затем комиссара 5-й бригады Северного соединения партизан Крыма. С февраля по июль 43-го ведет работу по организации подполья в Симферополе. После освобождения полуострова Иван Бабичев принимал активное участие в восстановлении народного хозяйства Крыма. До 1955 года работал секретарем партии в Симферополе, а также в Советском и Зуйском райкомах. С 1957 по 65 годы руководил совхозами Альминский и Плодовое. В последние годы жизни Иван Яковлевич трудился в поселке Гвардейское Симферопольского района. Возглавлял Совет ветеранов Великой Отечественной войны. Очень многие партизаны остались в Крыму, но очень многим пришлось из Крыма уехать, потому что к партизанам после войны было отношение, как это говорят сейчас, неравнозначное. Около 1,5 миллиона человек воевали в партизанских отрядах Советского Союза, и после войны это оказалась огромная армия людей, которые почти 3 года только и занимались, что взрывали, убивали, сжигали, и их просто правительство опасалось. И поэтому к партизанам после войны было отношение, особенно в Крыму, не очень доброжелательное.
только в конце 60-го года партизанам разрешили проводить организованные официальные маевки. Каждый год 2 мая семьи партизан и подпольщиков собираются у памятника «Партизанская шапка» на Ангарском перевале в первое воскресенье июня на Кок-Асане, где произошел первый бой партизан с захватчиками. А в сентябре проходят памятные мероприятия и у кургана славы в Зуйских лесах. На этих партизанских встречах семьи делятся друг с другом историями своих отцов и дедов, рассказывают правду, о которой порой даже не принято говорить. Я могу сказать, мы живем от партизанской шапки 2 мая до партизанской шапки. Вот этим мы живем, потому что мы встречаемся там. Мы все теперь, дети и внуки партизан, мы все как одна большая семья. Есть тетрадь, которую я называю «Моя партизанская тетрадь», в которой у меня записаны, надиктованные Николаем Ивановичем, все фамилии. И всем теперь говорю, не стало Олейникова, я говорю его слова. Встреча состоится при любой погоде. Николай Иванович Олейников, участник боевых действий в Великой Отечественной войне, основатель и руководитель музея Ичкинского партизанского отряда. Родился в 1925 году в Одесской области. Весной 41-го переехал с семьей в Крым. В 1942-м стал членом подпольной группы села Дмитровка Советского района. В ноябре 43-го Николай Олейников становится бойцом 9-го партизанского отряда Восточного соединения. После освобождения Крыма был призван в действующую армию пулеметчиком 339-й стрелковой Таманской краснознаменной дивизии в составе отдельной приморской армии. В январе 1945-го, сражаясь на Первом Белорусском фронте в Польше, получил 2-е ранение. Послевоенное время Николай Олейников посвятил педагогике. Был учителем, затем директором Заветнинской школы Советского района, где проработал около 50 лет. На базе учебного учреждения в 1967 году создал один из первых музеев партизанской славы в Крыму, посвященный Ичкинскому отряду. Благодаря инициативе Николая Ивановича, многие имена крымских партизан были увековечены на мемориалах и памятных досках. Отец воевал, мама у меня тоже участница войны. Мой дед по папиной линии пропал без вести в апреле 42-го года в Керченском десанте. И вы знаете, как? Как-то жили, не думали ни о чем. А вот сейчас хочется донести до поколения подрастающего вот эту правду, факты о войне. Без, знаете, забеливания, укрытия каких-то фактов. То есть честно и правдиво. 900 дней оккупации пришлось пережить жителям Крыма. 900 дней и ночей боролись партизаны с немецко-румынскими захватчиками, предателями, холодом и голодом. Они хоронили своих друзей, теряли родных и близких, умирали, но не сдавались. Будучи в эпицентре войны, им удалось создать свой маленький мир, где было место и чистой любви, и преданной дружбе, и, безусловно, незыблемой вере в победу над фашизмом. Каждый день, прожитый партизанами в лесах Крыма, равнозначен подвигу, а их имена, вписанные в героическую летопись Второй мировой войны, останутся в вечности. Кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых
журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле.